И всем привет, дорогие друзья, с вами я, D2700, и, короче говоря, сегодня я буду показывать новый сервер для Майнкрафта 1.9.0.3. Да, ребята, уже вышел первый сервер для этой версии. Вот и 1.1.x-1.9.0.3. Да, вот такой вот IP, также порт и биар. Сервера какой хотите, можете описать. Оно обязательно дает только первая этап, какая-то цифра. И уже нажимаем кнопочку «Играть» и переходим к серверу. Погнали! И вот я зашел на этот сервер, и мы вот здесь вот появляемся. Ну, здесь, по принципу, так. Что нам нужно делать? Введите пароль для регистрации. Мы будем, короче, пароль, какой хотите вы, это ваш пароль. И мой пароль какой-то будет случайный. Я его не буду... Давайте мы напишем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так далее. Все. Нажимаем далее, отправляем. И... еще. И вот мы... Мы зашли в вот этот вот сервер. В таком вот портальчике, где много игроков столпилось. Да. Что вы там делаете? Сефиком. Так. Вот. Статистика сервера онлайн 91 из 150. Топ онлайн 106. Ребят. Максимально было 106, но он недавно был открыт. Так что... это, напоминаю, этот версия это для Майнкрафта 1.9.0.3. Вот, также здесь можно настроиться на работу. Вот, например, люблю Васю. Нравится, что вам я следила лоба деревья за золото 3 доллара. Ну, вот, голосование за сервер. Кто за кто против? Я даже не стал. Вот, и что здесь дальше? Это то, где все на очки подробнее, что. Короче, здесь у меня все на очки какие-то. Да. Здесь кофе. Если бы вы какие-то эффекты. О, значение чата здесь есть. Ладно, вы сами прочитаете, потом за. Здесь паркур, я его не буду проходить. И. Да, я сейчас перезайду на сервер, потому что меня что-то почему-то выкинуло. Ладно. Итак, я перезашел, вот давайте дальше продолжать. Угу. Так, здесь и... Что? Что за лаги? Ладно, здесь ежедневная награда. Даже шмяк и что? Вы получили свои ежедневные... награду. Смотрите, вид виртуал. Хорошо. Я вообще-то ничего не получу. Эй. Я ничего, то есть, не получил, да? Ну ладно. Так ничего, здесь и такое даже может быть. Так, щепкасы. Что? Давайте поднимемся на эту лестницу. Можно куплять какие-то. Так, здесь сундуки. Так, у меня доната сейчас нет. И здесь есть магазин. Нажимаю на магазин. И вот. Блин, какие только команды. Так, давайте напишем команду, чтобы просто было. Итак, пишем вот такую вот перекосную палочку. И пишем...
там пишет вот такую вот команду. Так, вот это. Вот пишем такую вот команду, Autodesk Shop. И нажимаем отправить, и вот что нам дает. Нам дает вот такие вот часы. Жмякаем на эти часы, и здесь можно покупка и продажа вещей. Вот, вот этот вот Redstone магазин, а вот этот меч магазин и группу. Так, вот у нас... Давайте нажмем одну выбирать количество и... Всё. Нажимаем одну. А, этот... Магазин сервера я хочу зайти. Это я хочу зайти. У меня какие-то логи. А, вот так вот пишу, да? Одну я хочу. Надо нажимать себя в инвентарь, и чтобы оно активировать. И вот, например, что хочешь куплять. Я, например, хочу какую-то там снимать. И вот я его купил, вот. Меряет денег. Вот так вот все. Там игроки проходят паркур. Вот такие вот сервисы. Потому что здесь есть выживание. Да. Добро пожаловать на свой вопрос. Короче, здесь все. Вот здесь. Команды вот. Да, здесь есть GitStart. Ну, вот я его напишу. Это GitStart. Что там выпадет с ним? GitStart. И отправляем. И что? Вот наш... Это два тортика. Спальный мешок, то есть... Кроватка, зачар вещи зачарованные, стак булыжника, стак деревесины, два тортика, так, стеклышко, стак и 32 хлебушка. Да. Вот такой у нас набор. И давайте, здесь и также хранится выживание. А чтобы случайно телепортация нас была, мы просто пишем перекосную палочку и РТП. Да. И отправляем. И должны сейчас телепортироваться. Что такое? Кажется, я не на ту кнопку нажал. А нет, все правильно. Я что-то лагал. Так, тебе появилось. Случайно место, то есть рандомное. И здесь можно выживать, ребят. И такой вот у нас был сервер. Если у вас сервер, если вы хотите в нем выживать, по принципу, если у вас версия 1.9.0.3, вам это только один сервер. Только первый сервер для этой версии. Ну, может, уже... Я же снимаю в 3 январе. Вот так, так что я, может, уже второй сервер, но меня... Сейчас осли. Вот, и вот такой вот у нас сервер. Сервер, вот, басуйте в этом сервере, играйте на нем, и, соответственно... Этот сервер отвечает многим версиям. Это 1.1.x, 1.9.0.3. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые видео. Всем удачи и всем пока.